автоматом. Ну, народ это самое видос выкладывает, что типа этих военных в автобусах везли там вообще. Как это нескончаемая колонна автобусов с военными, прикинь. Это вообще прикол. Ну да, мне сестра говорила, он говорит, говорит, либо парады, либо закрывает. Да. Ну там реально, чья музыка-то снимала, он едет, и там автобусы едут, едут, пиздец. Прям целая полоса автобусов. Да понятно. Я прикалываюсь, если эти автобусы ехали по дороге, где две полосы, только встречка и твоя. Прикинь, обогнать колонну такую. По встречке. Хуй обгонишь, по-моему. Вообще, не в жизни не обгонишь такую. Не знаю, на истребителе есть только. И ту, наверное, не обгонишь. Ну и где это? Даниэль из фильма «Такси» обогнал бы. Возможно. Не, ну оно там реально нескончаемая колонна. Мужик его потом забил снимать. Просто тупо. Основа печень, это не перерождается в жировую ткань? Цирроз начался? Нет. А что он тебе жиром вдруг покрылось? Оно удивляет, Паша. Так может быть это, как его, на фитнес её отдашь? Присядь, сука! Грузи педали, мразь, смотри, вся жирная! Я же это слышу просто, но... Не пизди, я не слышу, ты ничего! Я уже нажал! Дэн Викс! Я нажал! Или Рома! Или Дэн! Ну чё, Дима, присверлил ей? Везде! Как там поживает ее отверстие? А потом это, Дима, конец воду это опускал, чтобы. Да, по-любому, Дима. А ты понимаешь, что загнется. Триня слишком высокая, может перегреться. И повести потом может. Я даже комментировать не буду. Я колодцу. Его дверь сама испускала охлаждающий. Да, там смазка же идет. А, у него с подачи охлаждающий жидкость. Да, конец. Высокие технологии. Ну, тогда... Тогда с подачи. Нет. Ну и чё, он тебя поблагодарила, Дима, тебе хоть? Жидкость высохла. Да там ничего не было. Бля, хватит, ребят. Это захор какой-то. Паша, сейчас скажешь, иди, бля! Я сразу на твою визу! Куда, в крематорий? Да. А чё? Будет как в Северной Корее, когда один зараженный. Это тест такой. Машрам, кстати, в Курской области нет зараженных, что их сразу... Ну, собственно, нету зараженных, нет проблем. Нет живых, нет зараженных, вот я бы так сказал. Некому удачи заезжать. Построить, да. Кстати, Камиль хотел стартап замутить, крематорий уже не открыть. Вот он, блин, прогадал с идеей, надо было брать деньги. Ну, кстати, это нормальная вещь была. Причем при нас надо ведь огнеметом. Паша говорит, в Курске есть крематорий, ты что, примеряться? Ты не боись, сейчас это явно будет бесплатно.
Еще с этим потом, с льготами, да, чтобы вдруг если заболеет. По-моему, проще купить бензинчика и спичку. Нет, там напал надо делать, чтобы костей сжечь. Подумаешь. Побольше. Ой, блять. Нет, до костей, чтобы вообще мяса не было никакого. Папа, о, танк бежит. Побольше бензина всего лишь. Крематорий сжигает полностью, даже кости сжигает. Да, ну хватит, в принципе, и без этого. Ну, то есть кости даже, даже телефон есть. И цена 32 тысячи. Пиздец, как... Но... А на кладбище сколько полей? Нахуй ты там нужен на кладбище? Мне интересно, сколько стоит на кладбище речь, сколько крематорий, и что из этого выгоднее? На кладбище. Дешевле, что ли? Конечно. Ну я отца хоронился, сайкет где-то у меня обошлось. А, ну блин, тогда крематорий на 8 тысяч выгоднее. Не, ну это мне сайкет с памятником, со всей хуйней. Да похуй, блядь. А так стоит там копейки вообще, по-моему. 32 тысячи и просто чтобы вообще добавляли их. Аптека. Ща, кого похилять, блядь? Да. Что делали с твоим прахом, Дима? Вообще, блядь, добавлять. Нихуя, блядь. Друг это вещание. Друг это передаст твою вот эту вот часть твоей сущности. Ну все, заебись. Ебаный стук. Блокер есть блэк, были лысые. Нормальные наушники носить. И настраивать микротик, да? Поверх шляпы, да, и наушники. Ну нет, ну зимой это доходы же. Бля, блядь, что-то. Да чек тогда хуя? Не знаю. А там Крикун сидит, он пиздит. У меня немножко подрожки кончились. Сейчас Тёму убью тут. Ой, блять, я ухожу. А, ну, Тёма, нахуй. Как обычно, вперед ушел. Ну да. Да. Ну, это ж Тёма. Кого это удивляет? И что? Бля, нам достичь надо вообще-то, а мы тут либо... Ебашу. Ну ладно, я иду вперёд. Бля, там ещё и надымили, блядь, охуенно. Ну вообще-то да, я сейчас пацан вперёд иду, а ну то что-то не идёт за мной. Потому что ты Тёма, ты приедешь нас к смерти. Ну вообще-то бездействие приводит нас к смерти. Бля, хуило, гопли. У меня патрики, блядь, кончаются, здоровый! Танк! О, положили, положили! Отлично! Блядь! А хуй он еще ходит? У меня пули кончились, я пиздец! У меня тоже кончились! Я уже на пистолете давно! Я уже на мачете перешел! Я химюсь, блядь! А у тебя аптечка была? Да. Вот и херяйся сам. Во, на автобусе сидит в этом, орёт. Пизда Ивановна. Пацаны, идите сюда. Я тут. Всё, всё, всё. Достигли уже, блядь. Ну, блядь! Ой, блядь, мы съели, нахуй. Блядь, мне тоже сейчас отжут. Ай, блядь! Это я зря! Сейчас попробую риснуть. Один шой, второй если. Фу. Перед выходом где-то был. Ну сюда кормил, вот он. А не... кто этот? Кто не... доктор, блядь? Дима. Еле отбил. Где ты, блядь? Да все же, риснули. Ну вот, лечи меня. Так, куда нам идти, ебана? А, вот всё. Где Патрик из саны, ебана? Рот. Бля, хоть бы осталось, сука.
Во, вот они патроны, пацаны, стволы, патроны. Аптечки есть. Если две будут, будет достаточный шанс, что перенемся все. И даже останется. На аптечек не вижу, блять, я слышу. Кто мне опять насовал? Не знаю. И вот, блядь, две аптечки. Аптечек не вижу. О, вижу аптечку, да, давай, Дима. Не трожь. Хиляй. Так, давайте начнем с тебя. Давай. О. Осталось! Давай, еще хиляй. Блядь, побежали. Мы поиграем. Токсик ползет. Вижу, вижу. Пизда ему. Опять осталось, охуеть. Хиляюсь сам. Ебать, я с одной аптечки троих хильнул. Инфектор, блядь. Танк, танк, блядь. Танк, танк. Танк ползет. Я пожёг. Стреляю в голову ему. А ему надо не в голову. Все, 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 все. Ему в голову, да. Голову, в голову. Чё, блядь, ну как ты опять получил без дверей? Очень изи. Вон, а, гарнитурка начинает подсаживаться. Иди сюда, она. Не, ну хочешь, не иди, чё. А он уже вниз прыгнул. Гей. Гей? Да. Гей? Дима, зачем ты стал геем? Не надо было. Ну хуй тебе. Да, блядь, хиле мне быстро. Ты баба, тебе можно быть геем, давай заебал. Баба гей. Не осталось. Вот, возьми. Может. Да, у меня шприцы есть. Кожаные. Кожаные. У него один. Он на него просто заправляет. Шприцы. Я не послышался. Не ослышался. Да, ты не послышался, именно так. Именно так и было. Прикольно. Так, а больше нигде нет. Ебать, тут арбалет есть. Я хочу арбалет. Бери. Бери. У меня все равно горяная пушка. А ну тут со стволы есть такие пиздатые тоже. Тут деф будет, предлагаю не юзать эти. Турели? Да. Почему? Да несем дальше. Да. У меня турель есть, еще кто-то возьмите турельку. Да пиздец, этот инфектор долгий. А у меня проблема. Я вижу. У меня проблема. Я вижу твою проблему. Сексуального характера. Пизда ему. Да, а, пиздец, он ползался. Да, сорян. А? Нажимаем? Да. Ладно, его. О, есть нормальная пушка. И откуда они пойдут? Да вот тут наверху дефенс и все. Тут легко будет. Туда ты не ставили, надеюсь? Нет. Ахуя! А, ну сетку ладно. Сетку все равно че и толку тащить. Это всякие автотурельки лучше оставлять. Это, блядь, чё за звук был? Взрывной, блядь, педрило. Я его впервые услышу живым. Вонючку убил сзади. Сзади, вонючка. Блядь, ещё один вонючка. Блядь. Я его ногой убил, ну да, я его ногой ебал. Тёма, он для тебя. Блядь. Ух, блядь! Ёптай мать! Ах ты ебать! Он мне сожрали снизу.
А ты хули снизу делал? Блять. А ты чё не говорил, блять? Да я думал прорвусь. Спускаемся, блин, пытаемся. А, блять! Да я заметил, сука, как ты в своё время это сказал? Тут лягушка, я прям. Лягушка. Ну, ты очень в своё время сказал. Давай, охиляй, Дима, Митя. Да уже. Я тебя заебался крить. Я прижизни тебе больше вижу, блядь. Они... Детектор. Отпалил это говно. Всё. Спасибо. Сзади, сзади, Тёма! Блять, меня положили около Тёмы. Хил. Прикрой! Да блядь, нет, перезарядка, блядь. Прикрывай теперь, блядь. Давай, я влетаю с ножа. Хиляй, Дима. Хиляю. Ебать, я не прекращаю. Танк. Не, нормально будет. Так, я вам раздал пилюлей. Отходите, блядь. Блядь, не могу. Ушел. А, подожди, надо кнопку управления. Что он тупик стоит? Хуй его знает. Блядь. У меня патроны кончились. Мне вниз надо. Уебываем. Блядь. Меня сожрали. Ёбаный попрыгай, блядь, я прыгнул. Всё, мы прыгаем, хуй с ним. Да! Всё, охуели совсем. Я всё понял. Идём, блядь. Да съёмусь, сейчас и сдохнем. Пиздуй, бросаем их вниз, пошли. Сзади Дима. Блять, ну вы серьезно, ребят? Сейчас идем, давай. Да нахуй, блять, мы сейчас все подохнем, ну все, фермиссия, блять, по жопе, блять. Один как бы я и не стану. Блять, уходим, ладно. Блять, дадим его тупого, блять, просто, понимаешь? Уходим. Потому что он, блять, не понимает, что хуйню делает. Сам, я что людей не поднимают? Блять, ну Дэн сейчас резнется, все правильно? Все, Тёму не поднимают. Да ты сейчас один хуй реснешься, а так зафачишь всю ночь. Кинул нас все. Причем рядом были в тот момент. Да не рядом, нихуя мы были. Да, вот в тот момент были. Я замбанулся. Дима, нет, мы были не рядом. Там пиздец. Пожили? Там блять. Был, я был еще. Дима, когда падает один, все трое живы, просто отходим и все. А он потом резнется через 20 секунд, а ты зафачил всю миссию, понимаешь? Потерь все заново, понимаешь? Логика. Это ж тебе не настоящая жизнь, блядь. Иди. Через 20 секунд. Ну, короче, ты понял, что делаем. Каждый за себя! Да мы в нашу жизнь так играли, блядь, двух бросали, блядь. Проходили, один даже у нас заходил до точки этого. Короче, что в Lost for Dead не играл, что ли? О! Очевидные вещи приходится объяснить. Тёма зашпарит, короче, мы всё поняли. Да. Так, смотри, вот Дима, у меня говорит, эта версия разблокируется при наличии дополнительного контента. Какая? Вот, это важно, хочешь, знаешь, вот снизу тут есть уникальные смотри. Версии. Да. Ну, это DLC-шки платные. Причем платно, не исключительно на оружие. Причем исключительно внешнего вида оружия. Ну, там, правда, и статы немного лучше, но... В принципе, жить можно и так. Понятно. Я думал, удастся прокачать, а нет. То есть, я не смутило, что доп-контент. А про что ты говорил, что улучшение какое? За 7000, это что за хуйня? Это перки качать. Престижи, перок. Перков. Чё за слово, блядь, какой перки? Дима заморочился. Точнее, перок. Я вот так сказал, поэтому хуйня получилась. Ой. Пирог? Пирог. Эх! Опа! Скипай. Кто-то опять не хочет прерывать. Я нажал. Дима, наверное. Я. Да, Дима. Отхуя ты.
Так, все, стимы есть. У меня, кстати, сейчас коплю на получение первого престижа для медика. Бомжа какого-то убил. Когда получу, на 25% больше, дольше стима будет действовать. А хули ползете? Так, то давайте прежде чем будем убегать вперед, такие будем нормально обшаривать локацию. Если нормально шарится, то можно чуть ли не с первой, с самого начала найти эти подрывные заряды там. А еще если нормально бежать, то, блядь, можно второй раз проходить в некоторые моменты. Да мы уже поняли, что я тебя кидать буду, суть чего. Ты кидай, ну похуй вообще. Мясо. Ой, блядь, извини, испугался. Я испугался. Опасно, опасно с ним в разведку идти. Ну, блядь, он сверху прыгает. Хуям. Почему Дима ходит с Денисом постоянно за ручку? За ручку. Потому что мы, блядь, прикрываем друг друга, в отличие от тебя. Сзади. Как уебёшь куда-то. Я подрывной заряд делаю. Там аптечка. Я видел. У меня, кстати, есть. Викс! Вот встань вот сюда, повернись ты спиной к двери! И, блядь, нагнись, правильно все сделал. А, сейчас меня убьют хуям! Тут танк, 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 танк! И меня положил он! Да, по-моему, тебя не танк положил. Ааа! Ну, сука, я застрял! Да чё ты до меня доебался? Я, короче, к тебе его веду. О, заебись, он тупой. Ой, блядь. Опять не испугался. Все, я Викса усыпил. Так, бля. Берн. А Викс был в тупе? Стой. Ну да. Да. Ну ты, конечно, сейчас. Да, похуй. Ну, просто, чтоб не спустить. Тут надо прорываться. Опять спускать на кого-то решил, блин, Дима. Дырочку обслужил. Тихо, вышел поспустить. Злостный спускатель. Бензопила. Стима. Кстати, заюзу квест Стим. А, нахуя его заюзал? Мне и так же сильно хуя. Ну ладно. А вот и я. Головка. Подождите меня, я, пацаны, выяснулся в самом начале там. Надо подумать. Патрошки кончились на основном оружии. О, Дима. Пацаны, пойдемте наверх уже, а? Идем. Викс! Викс! Чё? Да стой ты, блядь! Пошли наверх-то там хильнёшь, возле этих патронов. Сзади нас какая-то хуйня бегает. Усыпи её, нахуй. Ой. Ой, сорян, Дэн. Я думал, ты зомби. Ну вот я вот так же явно, он сверху прыгнул и... Ах ты, блядь. Тебя инфицировали? Не-не-не. Ты просто подбежал, перебило. За спины. Скримера надо убить, ебану. А я его не вижу. Если я вижу, что ты. Так. Бля, падает кончик. Если ты чего-то не видишь, значит проблем не существует. Да-да-да. Я его в пяточку постреливаю. Я его убил. И, блядь, только заебись, вы кроете? Охуенно.
А кто сказал, что тебя кто-то кроет? 30 человек сзади меня стоят, блядь, а меня жрут. Танк на подходе, да, танк. Ну, сука, гори, падла, блядь, я промазал. Он поднимается. Он сейчас должен загореться. А он уже горит. Я его подорвал. Ну, че ждем, пока газ не пройдет. Типа, я в рот не уйти. Викс, смотрел фильм «Маяк»? Не. Смотри. Чё-то мне Тёмин смех не радует. На это что-то в духе Звоника Зелёного ищет, похоже. Нет. Значит, про пидоров. Ну, можно и так сказать. Ну там, я не знаю, странный фильм. Странный фильм. Надо поёбари, русалка ёбари. Да, там есть секс с русалкой. Да? Это как? Боюсь даже представить. Там, кстати, русалка симпатичная, а у нее там есть влагалище. Нихуя себе, даже такое? Да, там посмотришь, охуеешь. Это что? Мгновенно. Come on, people! Блять. Стационарный пулемет. Ой, я возьму. Да, я уже поднял. Блять, ну ладно, я возьму тогда твой. Я уже давно бегаю с этим, с автоматическим. Туретку пулемет пока оставим. Не инфицировали. Охуенно тебе. Ребят, бежим. Тебя сразу усыпить? Чтоб не мучился. Блять, взрывной пидор. Ну я бы его. Я пойду за падриками, чуть закончились. Тоже по копейку. Стрельни в меня чем-нибудь. Да не так. Ладно, можно и так. Блять, все примеры проебали. Аптечка дает и Steam, и, собственно, хил. А Steam дает, ну, причем достаточно много Steam. А Steam, если бахать, то жизни еле добавляется. Так, я, короче, сзади буду смотреть. Не, все вперед, смотрите, я сзади буду смотреть. А тут аптечка, Дима. О. Забираю. И идет какой-то крутон. Это таран, блять. Я его положил. Все. А я упал. А я вылез. А куда он убежал? Ну он дебил. А вот за мной бежал, я упал, он мимо меня пролетел. Заебись, я тупой, он тупой. Нормально все. Так, кройте, я буду хилять нашего. А где? Ёбана, брат, ты где? Он внизу. Дэн. А, Дэн? Я, блядь, вот он стою. Блядь, ну что? А, я вижу тебя, нашел. Я тебя нашел, ща. Ща все будет. Прикройте меня, Как я хилять-то буду, если мне не кроют, сейчас. Блядь? Я пытаюсь, Дима. Сзади, сзади. Всё. Давай. Не могу даже перезарядиться. Блять, я думал сохранится аптечка, ну ладно. 4 хп, ой, 4 пули. Давай я открою. Ой. Ебать. Ой, меня положили. Это я тебя положил. Блять. Ты мне прям в прицел вылез. Я тебя поднял. Давай, я... Блять, я сам сейчас лягу. Я отбиваю, я пытаюсь, у меня хп нет. Я под стимами. Блядь, надо кнопку нажать, а я как бы не могу. Рядом со мной инфектор. Мне надо дезинфекцию провести. Блядь, меня спык убил. А я просто закидал. Я тоже лежу. А я это, короче, я в любом случае гуфаюсь, потому что у меня... Я тоже сейчас.
Тонь, пробегите вперед, пожалуйста. Да, беги вперед, выживай, беги вперед. Я не могу, меня, блядь, обосрали, блядь. А, и все легли. Я тоже был обосран, поэтому, как бы, я в любом случае бы сдох. Блядь, я говноствол подобрал, блядь, ебаный. Одиночными, винтовка? Да нет, она автоматическая какая-то, ну, блядь, такое говно, я лучше бы, блядь, Дробовики тут охуя. Как его? А, ну, кстати, да, мистер Бару. Сейчас бы задумался над этой фразой и осознал. Иначе ты давно сгорел бы, нахуй. Ну да. Видишь, все логично. Нет, я раньше мог гореть и получать урон, сейчас я прокачал. Ты, видимо, что-то не понял даже. Конечно, не понял. Пичи. Смотри, ты горящий человек, который всегда, сука, горит. А, ну да. Приходится все объяснить. Я урон огнем. Наносишь стул, а не себе. Зеленый. Я бомблю вечно. Да, он даже иногда одевает. Бедный Ерома. Теперь у меня прокачанный калаш. Еще более прокачанный. Кто-то меня уже пиздит. Аптека! Где? Вот она. Все помечу. Я пометил аптеку. Так, а теперь стой рядом. Кто-нибудь подведите, кому хочется здоровье полное. Ааа, хуйня. Пизда. Ну, давай. Иди, стой! Да стой ты, блядь! Да нахуя мне такие ведь, а, ну да. Ну, в таких случаях логично, чтобы какой-нибудь другой игрок просто брал запасную аптеку. Так хуя вам вдруг остановится. Тогда вы ее возьмете. А вдруг нет? Там нет подрывных? Нету. Я вижу еще аптеку. Ну это взрывать надо. Да. А у нас подрывных нет. Блять. Тем, в лицо ты не лезь. О, я стол. Это мразь выскочила, блять. Я этот винтовочку как раз хочу починить. Так, прорываемся вперед. This place must be a subway depot. It looks like a Zeke nest. Stay together. Блять! Откуда их подолезли? Ебать, я взорвался, блять. Блять, меня кто-то там по взрывал. Чё-то это... Вот это мы запачили, конечно, травм. Пиздец, Петра жирная. Блять, сука. Не ту кнопку нажал. Мать твою. Не, да не поднимай, пусть Дима меня поднимет. Блин. А я в жизни даю и... Блять. Подвижу, сколько у Хуикса ХП и сколько у Тямы. Как ты назвал? Хуикс? Фикс. Сзади. Это почти как Джон Уик, только Уикс. Окей. Мы это запишем. Что я сравнил Уикса с Джон Уиком? Это прикольный фильм достаточно. Ну да, ничего такие. Уа, уа.
Тут аптека есть, кстати. Да. Ствол есть, кому нужен. Хороший какой-то. Я вот это хочу качать, с которым я бегаю. Пёрна! На Steam. Может, ты мне поедешь, возьмешь аптеку? Давай. Остановился? Тебе. Там я остановился. Тут зомби бегут, вы хули там занимаетесь? Да-да, пацаны, пацаны, танк! А я патрон, вроде не должны бежать. Хоть не все смогут пробежать. Жесть. Сзади. А я тебе вещи скажите. Хельну Викса. Пойдем вперед. Тогда я тебе патрики возьму. Все. Пошли, пошли. Пока на Стиму. Отлично. Хер на тебя Стиму заюзал, у меня как бы очередь так осталось. У нас тут не получается. Тут арбалет, возьмите его. Я штурмовой этот возьму себе. Возьмите гранатомет. Возьму гранатомет. Я спиздил гранатомет, возьми арбалет. Не, арбалет не это самое. Не тяжелое. Да. Ну, блядь, возьму арбалет. Он просто против толп, заебись. Когда ты не собираешься? Я нажал. Там зато в упоре нихуя не работает. Не работает. Иди, Викс, ко мне! Викс! Викс, блядь, срочно! Сейчас, подожди. Где ты? Давай. Опять Вадик сидится. Не три его. А, блядь! Меня прорвали немножко. Здоровый. Он куда-то уебашил. Хуя выдерживает, а? Ну да, он тебе толстый. Хотя тестер полтора толще. Калюка, если снимет. Я пойду за патроном. Смотри, научились даже предупреждать, что за патрон идет. Корю себе Steam. Ну, шага, давайте все. А, ты уже все. Шагабина. Не, я про Steam пак. Я скорее как Марик. Я хотел сказать, надо всеми было за патронами идти. Так, я, короче, заебался. Мне за Мариками надо, прикройте. Пошли! Блять, ебать. Я маскировочную гранату кинул, можно браться. Все, я назад. А я патрошки взять. Так, штурмовой дробовик кончился, я к вам. Жесть, жесть какая-то вообще творится. Прикройте. Запускаю поезд. Давай. Все, отходим туда, пацаны, вниз. Ай, пацаны меня жрут. Блять. Краю. Бежим. Все, уходим. Ай, блять, на меня упал этот хуй. А, ну все. Отходите, кто живой. Ходите, кто живой. Go! Get to the gate! Все, идите. Здоровый, Дима! Вижу! Блядь. Я побежал, короче, ну нахуй!
Дима, давай спрячься где-нибудь, сейчас уже будем исцеться. Ага, спрячься, там такая толпа за ним бежит, блядь. Да, блять, по-моему, Диме тоже не варик. Дима тоже ариб? Не-не, пока стоит, отстреливается. Нормас. О, Дэна сейчас может и будет, это, ребутнуть. Я забанулся. Я тоже. Ебать, она мне ебанута, оказывается. До возрождения, 50 сек. Наблюдаю. А? Ну подождите. Подождите, пока мы рейсим. Не, если собраться, может быть, они рейсим, то скажи. Хуй его знает. Через 3-4 секунды мы рейсимся. Да. А то, в принципе, только с одной стороны идут. Да, нужно большое, кажется. У меня патроны кончились. Там вы вонючие. Мне кажется, он может вперед продвигаться. 20 секунд, пацаны. 15. Оба. Инфицирован. Оба. Нет. Сзади. Блять, пойду его ебну. Пацаны уже сейчас сами. Все, мы риснулись. Ебать, я хуй знает, где риснулся. Да, мы туда. Мы-то там, где сдохли, я риснулись. Да. Бля, я еще и патров не взял, сука. Надо было взять. Поторопился, ладно, хуй с ним. Сейчас тут, наверное, будет. У меня аптечка есть, и... Фу. Ну, класс, у нас самый. Да, блять. Вот они, патроны. Вот аптечки, да, давайте, Дима, хиляй нас. О. Тут две аптеки. Хуйня у тебя. А? Не сработало это, хуйня. Ну, знаешь, не каждый раз. 35% только шанс. Хорош. Ну, а сейчас я с одной аптечки двоих выхилил. О, боевой дробовик. Тут сейчас тоже может быть аптечка. А, я, у меня нормально. Та видовка, которую я хочу. Сзади. Ну беги к нам. Наверное. Я отступаюсь спиной. Ебать, тут толстый. Блять. А, не толстый был. А нет, вон он толстый был. А, блять, он меня схватил. Блять, и... А, я думал, вы что, охуели, что ли, блядь, перезаряжаться, когда мне причем вдвоем так, синхронно, блядь. Меня вся хуякало как раз так. А, перезаряжусь-ка я. Надо бежать туда, короче. А, Паша, я сейчас слон? Нет. Видите, нахуй я пошел. Я не заметил. Ну что делать? Отбиваться? Достичь надо, забежать. Да. Ну пошлите, хули вы стоите туда. Ой, блядь, тут толстяк! Блядь. Надо бежать, ебать. Живой, бегу. Кстати, по танкам газ не особо страшен. Блять, ёбаный зомби, откуда он взялся? А я немножко постреляю. О, я помню эту миссию. В смысле, блять? Не надо быть. Да заебали, блять! То что второго дробовик. Достичь. Ебать. Тут сейчас надо будет мучаться нам. Да, вперед бежим. Дима, блядь. Иду. Че, вниз? Да. Так, тут будьте аккуратнее. Я снизу поднять. Тут турели.
А, противник, который. И, кстати, может и вербовать. Кто-нибудь один под пули, а второй вот. Вылезьте кто-нибудь, я ломану. Подождите, захвачиваю. Захватил. Жизнь, жизнь. Вторую надо. Ломаю вторую, отлично. Готова вторая. Отлично. Тут стволы. Все, жирного убрал. Не, это с этой осталось. Что? Блять. А как? Ёбаная мина, блять. Я из-за машины выхожу и мина, блять. А тут две аптеки просто спереди. Ну, давай возьмем где? Вперед. Дима, сейчас всех будешь лечить. Вот. Кермобаб сидит, указывает, блядь. Независимой женщине. Ты кого с Кермобабка назвал, брат? Враги бегут. Справа. Блядь. Ты заезжаешь нахуй. Блять! Я сейчас приходил к тебе там. Блять. Уходим нахуй отсюда. Да блять, Тёма, ну заебал. Ухиляй уже, давай. Скоро он там просит. Так, надо пытаться. О, возьму вот этот аппарат. Можно вот тут сверху стрелять. А еще есть пулемет какие-нибудь? Отступать надо будет к лодке, пацаны. Да, вот тут где я сейчас. Вот. А что, блядь, было? Звук был, как будто меня кто-то что-то плюнул, а никого нет. Да что, тут. Тут вода плещется просто. Не, там типа вода. Плевальщик, короче, сад. А, да, где-то. А, вот он. Он дышал. Ой, блять! А, на меня прыгнул! Прикройте! Не ссать, не бояться! Не, отступай к вам. Та-та, там танк меня взял! И пиздец, сука. Запиздил. А где Дима? Дима, ты где? Тут, рядом с вами. Хиль, не хил, хил. Да, а ты не поднимешь. Опа, отступай к вам. Потому что много никогда я поднимаю. Все, я засяду сейчас тут с пулеметом. Блять. Там орду надо уничтожить, пацаны. No. Я наблюдаю. Нет, ты не понял. Орда за решеткой. На решетке. Где? Да вон они, слева. Блять, откуда? Ух ты, блять! Аааа! Все, пизда. Меня толпа из воды как это вылезла. Она меня заебашила, эта толпа. Бля, жизнь здоровый. Кройте я. Так, жизнь. Где здоровый? Я убил его. Отбейся, Дима, да давай. Все, хиляй, никого нету. Так, прикройте. Блять. Мне патроны нужны. Сзади. Крою. Блять. Просто со всех сторон, нахуй. Я уж не знаю, куда деться. Давайте вот тут попробуем подрепать. Где я? Ко мне, бля. А ты где? Вот он я. Рядом с вами. Бля, они через воду идут. Да. И там взаимодействует та атака. Они пролезли. Я нажимаю. Нажимай, я крою. Я нажимаю.
Опять нам что ли? Так, пацаны, мне надо, короче, это... Там! Там какой-то это за решеткой, хуй! Все убил. Блять! Меня убили! Как? Я инфицирован был! Тёма, убивай меня! Инфектор! Блять! Я инфицирован. Не... В общем, я сдох. Я тебя убил. А. Да, где спасибо? Блять! На это место спасибо, видимо. Я обдолбаюсь. Прикройте, я тоже перезарядка. Ебать, они лезут. 20 секунд, пацаны. Так, стой! Стой, блядь! Стреляй его так, стой и стреляй. А, все, у меня тут револьвер. Так, все под стимами, все норм. Так возьми свою вот здесь, кстати. Блядь, пацаны, я риснулся опять как-то в жопе. Прикройте! Прорывайся! Бегу! Кстати, нам будет до патронов прорваться. Да, вы же не прорветесь. Патроны, а не пушки. Да, уже ведёрка приехала. Да. Сзади! Да. Пойти пока нельзя. Я смотрю, тут фотки в Москве вообще гуляют. Да ебанутые. Все, заходим! Дэн! А, стоп, у Викса, блин, жизни-то нет. А я Дэна хиляю петь. Да-да-да-да-да, покупайтесь, немытые чурки. Викс, как всегда, максимально толерантен. Чурбаны! Ох. Это было, мне кажется, слишком легко, надо было сложку выше стоять. На это ты ель то что. На еще, по-моему, еще один черепок, это пиздец. Это уже нереально. Я тогда, блядь, на мясника переключаюсь, но вас нахер. Почему не, нормально. Ты нам помогаешь с своими вещами, реально. Мясник. Да ебал я вас, урода. Цените, я мясник. Если еще сложнее будет, то я переключаюсь на мясника, мне похуй. О, ништяк.